Концепция третьей очереди проекта «Новая жизнь» найдена. В Белгороде прошла защита проекта участников трехдневного образовательного форума архитекторов и дизайнеров. Как же будут выглядеть дома для молодых специалистов, которые построят в микрорайоне на юго-западе областного центра? В Белгороде состоялось всероссийское совещание по вопросам экспорта продукции и животноводства. Что сдерживает выход наших товаров на внешний рынок? И почему именно наш регион готов стать пилотной площадкой для отработки экспортных схем взаимодействия? В это воскресенье в России отметят День строителя. По традиции, к этой дате в Белэкспоцентре открылся 13-й Белгородский строительный форум, выставка разработок предприятий и разговор за круглым столом. Какие вопросы актуальны для современной строительной отрасли?